have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Мы сегодня хотим... Я сегодня хочу посмотреть на вот такую игрушку. Она появилась в Стиме, вроде как Early Access, но она очень большие оценки снискала. И концепт выглядит просто бомбезно. Я очень хочу в нее поиграть. Давайте посмотрим сейчас сеттинги. Ну что ж, игра довольно умная. Она быстренько поняла все мои настройки, все, что я от нее хочу. Единственное, что я переключился сейчас на... русский, и как обычно при переводе появились вот эти ублюдские шрифты, я не знаю, ну то есть зачем это делается. Давайте, знаете, что посмотрим, подождите, секундочку, давайте там какой у нас был вот английский применить. Смотрите, какие шрифты. Давайте посмотрим на какой-нибудь немецкий. С немецким тоже все нормально. Французский. И с французским все нормально. Тут везде красивые шрифты. На испанском, уж извините, китайский, корейский, даже польский. Ну, польский тоже выглядит, знаете, немножечко такой приятненький, кругленький, хорошенький. Вот. И тут русский. Вот просто, что это за говношрифт? Серьезно, ребят. Это всегда очень сильно удивляло в играх, которые особенно переведены на русский язык. Почему? Может, это уже некая закономерность. Все, что переведено на русский, оно... Ну, короче, ладно. На жаль, нема на мове. Я бы играл, на... можливо, играл бы на мове, але ж будем играть на русском, потому что... Вообще, по идее, я во все игры... Это вдруг кто не знал, во все игры, кроме как на канале, я играю на английском. Ну, для канала приходится переводить. Ладно, маленькое лирическое вступление закончено. Поехали в новую игру. Я, наверное, пойду в обучение. Как заводится твое поселение, после обучения ты сразу начнешь игру на уровне сложности для начинающих, новичок. Рекомендуется для играющих впервые. Да, хочу, потому что это что-то новое, это что-то интересное. Сложность обучения, настройки песочницы отключены. Старейшина деревня покажет, как заботиться, новый файл принять. Давайте просто посмотрим сначала, что это. Ядовитые споры остались в спокойном доме, мы долго скитались, ища укрытие. Никто даже представить не мог, что нас ждет впереди. Вот после вот этих вот кадров, когда я их увидел в Стиме, я купился. Все, я такой, shut up and take my money. То есть, прикиньте, вот эти вот все легенды, когда люди говорят, что живут на спине кита, вот на спине, по сути, какого-то существа. Прикольно. Так. Добро пожаловать. Привет, друг. Я старейшина деревни и отвечаю за здешний народ. Неманцы много путешествовали, видели много лишений, а потом встретили онбу, древнего зверя, который, как считается, вымер много веков назад. Наша встреча стала судьбоносной. Многие годы земля была уютной колыбелью для онбу, но яд, просочившийся все глубже, и пришлось... Погодите. Многие годы земля была уютной колыбелью для онбу, но яд, просочившийся все глубже, и пришлось просыпаться. Я теперь понимаю, почему здесь такой шрифт, потому что тут, похоже, машинный перевод просто. Это никто не переводил, как бы это не человек переводил, скорее всего. Так. А звук, ладно, сейчас подправим. Бедняжка умирает от усталости и пытается снова заснуть. Говорят, что онбу получает питательные вещества из земли, поэтому мне интересно, может ли онбу прокормить себя здесь. Похоже, с этим в этот момент нужно будет заботиться друг о друге. Мой опыт и знания привели наших людей сюда, но теперь пришло время взять себя правление и найти не лучшее место. Могу научить тебя всему, что знаю. Стать для тебя учителем, как тебе идея? Давай. Книга старейшины. Черт, что? Окна обучения, всплывающие здесь, научат тебя всему необходимому, но если ты захочешь что-то перепроверить или изучить более детально, ты всегда можешь знакомиться с книгой. Я открою... Что, блин? Что это за кнопка? А, вот это, что ли? В правом верхнем углу экрана жмите G на клавиатуре. Понял, открыть книгу старейшин. G. Отлично.
Постарайтесь прожить как можно дольше, для этого техами обеспечить жителей едой и крышей над головой, исследовать новые технологии, собирать ресурсы во всех видах биома. И, конечно, заботьтесь об Онбу. Если умрет Онбу, все жители деревни. И все жители, или все жители деревни, то игра закончится. То есть у нас два. Так, понятно. Представить игру с помощью кнопки пауза или же П. Ну-ка. Нет, П не работает. Установить скорость игры. То есть есть пауза. Есть. Понятно. Понял, хорошо. Увеличить масштаб с помощью мы. ЁПРСТ! И тут я знатно прифигел еще больше. Очень важно. Крыша над головой очень важна для человека. Вернитесь к режиму просмотра деревни и постройте палатки. Для этого откройте меню строительства. Угу. Строение для ремонта, меню строительства. Пост рабочих, да, палатку. Они взяли материалы и пошли строить. То есть самими людьми я не руковожу. Я могу посмотреть, кто это. Бездействует. Урсула, у каждого имена есть. Дженнифер. Прикольно. Построить не менее 6 палаток. Ну, поехали. Дофига народ. О, еще и можно вот так вот делать. Дома нужны, дома нужны. Сколько в одной палатке может жить людей? Ночь наступила. Да. Что происходит? Собрать древесину, не менее 10, построить не менее 8 палаток. Еще 2 палатки, понятно? Собирать. Сколько, интересно, они получат с этого. Еще 2 палатки мне, пожалуйста. Где мои ресурсы? Еда. Ага. Жители еще, все еще бездомные, но чтобы построить еще палатку, нужно собрать древесину, отправить жителей. Угу. Добавить деревья. Нужно быстро добавить дерево и использовать инструмент сбора урожая. Нажмите, чтобы купить несколько объектов одновременно. А, это интересно. Ага, понял. Угу. Если можешь перекинуть, понял. Спасибо. Ну, давайте. Рубаем. Палатка построена, палатка. Сейчас будет построена. Древесина последняя сейчас осталась, да? Я сейчас шарю глазами по экрану. Пытаюсь понять. А, вот! В углу вода, камень, дерево и ягоды. Ага. Ну, собирайте пока что. Собирайте, собирайте, собирайте на будущее. Построить хижину для собирательства ягод. Пост рабочих использовать для... Так. История хижин. Построить хижин. Вот, хижин, собирайте ягоды. Возможно, найти еду, построить еда. Так. Собиратель ягод. Супер. А, вот у нас 2 куста обозначены как раз. Ну, давай здесь ферму. У
Мне получается немножко бы расчистить место под ферму. Давайте вот это все нафиг срубим. Интересно, что это за пенек. Гигантский ствол. Ага, лесопилка. Понял. Ферма обязательно только на зеленой земле. Угу. А что, когда у меня дерево закончится? А, погоди, а складывать его некуда, да? Ну, давай сюда. Камни мы тут добыли, дерево мы тут добыли. Вон последнюю древесину к нему несу, что ли? Да. А строить кто будет? Или вы... А, камни теперь нужно принести, я понял. Они такие просто неспешно двигаются. Хорошо, не зря стал добывать камни. Травянистая почва. Прикольно, собирает урожай различных культур. Все написано. Так, подождите минуточку. Я сделал звук потише, посмотрим, как это все будет сейчас работать. Так, бездействует. Разбить участки возле фермы. Давайте по... Что, не все в порядке. Тебе не хватает участков для посевов. Нажми на ферму, чтобы открыть детали. Там находятся две кнопки. Да, находятся. Участок. Прикольно, что оно вот так вот по старинке все выделяется. Так. Значит, не менее трех рабочих. Пусть будут четыре. Построить не менее двух каких колодцев? Конденсационных, понятно. Понял. Для выживания культуры. Так, получается... Колодец нам нужно, наверное, где-то вот здесь. Где у нас ферма? Посюда, по камушке идет, да? Так. Ребят, срубите, пожалуйста, вот эту фигню. Скосите этот камень. А почему, где у меня хранятся ресурсы? Почему они не собираются? Почему они просто валяются? Зависит от влажности биома. Влажность можно проверить на панели влажности. Панель влажности! Нормальная. Токсичная почва на нуле. Если он встанет, будет важна токсичность воздуха. В настоящее время на нуле. Понял. Температура холодна. Просто камень лежит. Просто ресурсы. Воу-воу-воу! Мы поднимаемся? Дожди идут. Дружище, мы пойдем, да? Ты проснулся? Блин, тут что музыка, что атмосфера. Знаете, помните, где это было последний раз? По-моему, Islands. Не-не-не-не-не. Что-то романтик. Помните, мы там строили разные еще? Похоже, такая же расслабленная атмосфера была. Похоже, тут мясо тоже будет, но это будет позже. Пока что... Так, пофиг, мне надо построить вторую ферму до того, как... Давай, поехали. Деревня, Онбу, карта, деревня. Это можно колесиком, можно быстро так переключаться. Здоровье, Онбу, отравление, голод, с
сонливость. То есть он выспался и пожрал. Ему все хорошо. Супер. Ферма, собиратель, конденсатор. Мастерская каменотеса. Мастерская плотника. Вы несете мне древесину и камни, ребят? Вот дождик пошел. Супер, начали строить, дотащили наконец-то. Может, нам бы вот это вот все срубить? Эту часть. Так, хорошо. Построить бак для воды, построить кладовую, построить хранилище сырья. Дом исследований. Дорога. Здрасте. Здрасте. А как ее делит? Нет. А как мне отменить? Я вот это... Блин. А, вот, все. Нормально. Их можно отменить просто... По... Или не по одной. Сейчас посмотрим. Что для тебя надо? Просто, чтобы люди построили. Я понял. Так, бак для воды. Давайте построим здесь близко. Вот здесь мы добавим, вот так вот засадим, для того, чтобы древесина, камень. Ну, у нас там люди выламывают, что могут. Они довольны. Они довольны. Ну, древесины куча, ребят, несите. Так, и кладовую надо построить. Кладовую можно бы... Наверное, здесь же. Она два места занимает, что ли? Или четыре? А, она здоровая, просто что. О, новое дерево выросло, круто. Значит, деревья все-таки вырастают потихонечку. У нас не хватает чего? Свеклы. А, вон, ее выращивают, фига себе. Свекла. Супер. Так, резервуар наполняется. Вода есть. Это вот облако с дождем, оно идет в ту сторону. Угу. А что за рупорная башня? Так, хорошо. Хранилище сырья. Наверное, тут бы сделал. Так, вот это дерево мне скосите, пожалуйста. И, наверное, вот это тоже. Но оно сейчас дорастет. Хотя нет, я его тогда не буду срубать, раз оно только выросло. Ну, это тоже только выросло. Так, собиратели тут вовсю рвут. Хорошо. Хранилище сырья. Построить кладовую, построить. А почему вот... А, я понял, может задать приоритеты побольше? Ну, тут просто куча деревьев, куча всего. А как мне сделать людей побольше? Ну, то есть, чтобы у меня народу было больше. Просто стало интересно. У меня же нет какого-то, знаете, как в старых играх, у тебя есть какой-то там таун-центр, из которого ты... Так, вода.
морская вода, понятно. С которого ты просто заказываешь себе жильцов, и у тебя с этим все хорошо. Пост рабочих, дом исследований. Поставлю-ка я дом исследований. Так, они работают, они довольны. Кладовая, отлично. Пошли ресы. Чтобы использовать, чтобы построить более продвинутые здания, например, кухню, которая готовит еду более высокого качества, нужно сначала исследовать их. Построить дом исследований. Уже сделал, спасибо. Исследовать кухню. Давайте мы тут тоже приоритет поднимем, чтобы его построили, в принципе. Тут хранилище сырья. По крайней мере, оно теперь не будет... Фига себе, сколько тут всего. Вещи теперь не будут просто валяться. Все это время мы куда-то идем. Прикольно. Кусочки дороги потихонечку доделывают. Двадцать семь камней сюда уже снесли. Дерево вон тащут. Дерево сразу пойдет на строительство, я так понимаю, да? Да, тут как раз древесины не хватает. А, хватило. Прикольно. Хорошо. Быстро. Кухню. Да, кухню. Два дня. Поехали. Так, часто бывают нужны рабочие для основных задач. Таких как строительство, сбор, транспортировка. Построй пост рабочих, чтобы обеспечивать людей работой. Это повысит их эффективность. Понял. Пост рабочих, это вот здесь. Черт, я дорогу перебил, да? Так, дорога. Теперь пост рабочих. Я бы его, наверное... Вот здесь бы зафигачил. Они хвастаются урожаем. Так, апдейт на 10. Понял, на 10, хорошо. Назначь не менее двух носильщиков на посту рабочих. Два носильщика надо, я понял. Кто там уже появился? Какие-то... Посмотрите, как оно выглядит. Все таки, смотри, что я вырастил. Так, сюда, наверное, надо еще человека. Максималочку сделаем, чтобы они могли обеспечивать все, что здесь есть. Теперь сюда тащат пока что камень, древесину. Дорогу почти сделали, красавчики. Блин, музло тут просто офигенное. Ну, то есть это настолько бомбически. Ферма, та-та-та-та-та. Вот, я бы построил каменные плиты. Прикольно. Плотник. Куча ягод. Они, в принципе, по надобности идут. Рубают. Передвигаются немножко быстрее по грунтовым дорогам. Хорошо. Это, ну, а, это ягодные кусты. То есть, можно провести дороги, но это не обязательно. Что у нас по древесине? Принесите, пожалуйста, будьте добры.
почему только сейчас начали носить? Раз, два. Почему ты сюда несешь? Давайте я дам повыше приоритет. Четыре. А, не, нормально. В одной древесинке два типа? А почему один? Почему два? Как это делается? Ладно. Вот эта первая серия, она будет обучающая, в самом деле, мы поймем как и что, а потом попробуем сходить уже на чем-то поинтереснее. Так, назначить два человека, разнорабочие, строители, кого там надо, носильщики. Эти два будут. Не менее трех разнорабочих на посту. Строить мастерскую плотника и каменотеса. Окей, то, что я как раз собирался. Каменотес. Наверное, лучше с камнем вот здесь где-нибудь построить. А плотника где-нибудь здесь возле деревьев. Достаточно ресурсов. Да, я знаю, спасибо. Insufficient funds. Давайте мы зададим повыше приоритеты. Вы же соберете вот эти там камни, например. Но где-то далеко на заднем фоне слышны шаги зверька нашего. Он такой, ту-ду, ту-ду. Знаете, мне не нравится, что там впереди нас что-то ждет. И... Кочевники. Группа кочевников ищет новый дом. А, погодите, может быть, это новые люди как раз, которые нам понадобятся. Все, строим. Сейчас только строителя найдем. Сюда у нас ресов не хватает. У нас дерева постоянно, кстати, не хватает. Вот это все нафиг срубите, пожалуйста. Куда ты идешь? За вот этим камушком? Серьезно? Почему вы ходите аж сюда за вот этим камушком? Потому что я его заказал еще тогда убрать. Я понял. Ну, по крайней мере, они отнесут ресы прямо сюда. Так. Принять решение о текущем событии биоме. Так, так, так. Кочевники. Ты встречаешь небольшую группу кочевников, ищущих новый дом. Позвольте им присоединиться. Взять к себе. Плюс два здоровых жителя пришло в деревню. Плюс 2. А где у меня популяция? Численность малая. Всего людей 18. Всего жилья 16. Мне нужно построить для новых людей. Ого. Так, погоди. Еще одну палатку. Эффективность, качество жилья минус 3%. Угу. Работает. Один бездействует. Где? Где тот, кто бездействует? Построить мастерскую плотника. Так, строим, ребят, строим. На нее ресурсы таскают, мне дерево надо. Все заняты, так что все хорошо. Сюда тоже поднимем приоритет, чтобы все были довольны, чтобы все было жилье. Потому что ты понимаешь, что на одна палатка
двум жителям. Повышает эффективность жителей и обеспечивает защиту от ядовитого воздуха, хотя и меньшую, чем хижина. Понял. Мне как раз для двух человек нужно. Такая одежда. Так, что у нас по 79%? Хорошо. Потихонечку подгребаем. Здесь. Производство камня в эти. Назначу-ка сюда еще одного человека. А здесь у нас... Ну, давайте, ребят, несите, несите. Дерева прям катастрофически не хватает. Хотя... На собирательство ягод нужно одного убрать, отпустить, чтобы он шел заниматься чем-то другим. На ферме... Не, на ферме пусть фигачат, потому что тут еда, тут все, что нужно. С фермы я убирать не буду пока что. Сейчас у нас просто кухня подойдет, и можно будет что-то еще приготовить интересненького. Так, сюда. Лачуга грибоедов. Продолжают собирать грибы для онбу. Необходим грунт. Для онбу! Офигеть, это нужно. Можно их вот сюда вот. Пока что просто назначим, потом посмотрим. Дом травника. Развернуться из керосина, принудлива на травянистая почва. Пока что у меня не так много чего доступно, но хорошо, пока поназначаем, когда будет дерево, чтобы они потихонечку строили автоматически. Так, деревенский лекарь, хижина разведчик. Давайте, может быть, лечит отравление жителей деревни травами, позволяет отправлять разведчика на поиски редких... Давайте вот это, вот хижину разведчиков пока что. Так, кухня у нас... Это что-то автоматическое, да? Человеку дом нужен. Ну, понимаю. Понимаю. Твой дом строится, дружище. У него даже приоритет выше, чем у других строителей каких-то. Вот куда ты дерево понес? Скажи мне, куда ты дерево... Ты на дом дерево понес? Ну, в принципе, ладно. Медленные, неспешные. А ты понес камни вот сюда. А, вы уже начали сюда тащить камни, потому что камней у нас много, я понял. Вы хотите сейчас камнем сразу все зафигарить, где все, все что будет, а потом уже дерево нести. Голод. Да. И сонливость. Насчет голода, вон, я строю. Надо будет грибочками. Кухня исследована. Впереди перекресток, он сомневается, куда идти дальше. Построй рупорную башню. Ну, блин. Где ее возьму? Инструменты сноса, активация инструмента... Ларек с едой, кухня, хижина разведчиков, смотровая вышка. А, фига себе, как можно, да? Научись использовать простые украшения, чтобы повысить привлекательность. Нет, я хочу, чтобы хижина разведчика, он был, рупорная башня. Офигеть!
Это у нас в исследованиях, да? Да. Ёлки, ну тут прям... О, кухня появилась, точно. Мы же её доисследовали, теперь можно её поставить. Давайте мы его тут на углу поставим, заложим. Итак, сюда, мастерская. Здесь будет работать один человек. Что вы тут доски делаете? В каменоломне у меня сколько? Два человека. Пусть тут тоже работает два человека, если найдется. Недостаточно рабочих. Тогда не найдется, не надо. Пусть один работает. Камни тут уже почти все перетаскали. Вон несут последний. Остается древесина. Гриб. Неплохо. Тут камни тоже уже сейчас поперетаскают. 9. Так. Мне об этом сказали, что онбу опорожняется. Нам это случайно не покажет. Ладно. Наши нервы решили поберечь. Я думаю, тоже мне пока одного человека хватит. А, тут уже каменные плиты как раз нужны на кухню. Фига себе, тогда нет, оставьте сюда еще одного человека. Тут просто камень, древесина. Тут просто камень, древесина. А для кухни нужны именно плиты. Офигеть. Ну, в принципе, построить кухню. Что мы сейчас и делаем? Мне еще и доски нужны. Офигеть. Достаточно ресурсов, потому что недостаточно деревьев валим. Жилье, мастерская плотника, Виннифред. Достаточно украшений. Это его такая грусть в жизни, да? Так, два человека делают доски. Супер. А тебе что нужно? Тебе нужна простая древесина. Дом травника, хорошо. Тут одного человека не хватает. Ладно, давайте я тут уберу одного. Знаете что? Сюда нужно все-таки... Да, придется убирать людей. Одного ставить сюда дополнительного. И... Наверное, заказывать еще вот этот лесной массив. Так, деревяшки уносят. Видите, они вместо досок, они просто приносят деревяшки сюда. Но тут уже скоро будет готово. Мне как раз нужно будет одного человека назначить травником. И одного грибником. В общем, вывод прост. Мне не хватает людей. Тут, кстати, вот мой апгрейд показывается. Тут чуть-чуть совсем деревяшки осталось, да? Сюда принесли доски. Вот несут плиту. Ну, она типа все идет. Я понял. Вот, я понял, для чего здесь вот это сейчас.
Я на секундочку забыл про эту опцию, но теперь я понял, для чего здесь это нужно. Потому что ты просто чеканешься ждать. Пока они сделают это все потихонечку. Так, деревья пошли. Натравника участок не назначен. Да, назначаем участок. Давайте вот такой вот участок. Так, да. Открыть дерево. А мне для онбу нужна рупорная башня. А, его достаточно тыкнуть, и оно пошло. Все, хорошо. Сюда до сих пор таскают древесинку. Тут уже почти построено, смотрите. Вот, он же его сейчас еще и строить будет. Назначаем сюда одного человека. Не хватает людей, да? Угу. Не хватает людей. Давайте я с фермы еще одного сниму. А здесь одного отменю. Все, пусть тут один будет работать. Это некрасиво выглядело. Хорошо, исследовать пост лекаря, построить пост лекаря. Участок травника, лекаря, так. Кухня у нас работает по полной, у нас человека не хватает на кухне. Не-не-не, за следовательского дома это последнее дело снимать. Убираем отсюда одного. Он пусть идет работать на кухне, да, отлично. Будем крутиться как есть. Здесь не хватает материала, убрать отсюда одного человека, а один пусть идет по своим делам. Вот, ребят, камни собирайте, давайте, поехали. А, он спать лег. Этого даже не заметил. Хорошо, что от нас теперь хотят? Пост лекаря. Исследовать пост лекаря. Сельское хозяйство. Деревня. Деревенский лекарь. Ага. Ну, сейчас вот башня доделается. Она совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть осталась. А тогда исследуем пост лекаря. Кухня построена. Он бы спит. Он бы сидит. Так, деревенский лекарь, да. Рупорную башню дать он команду из рога. Так, рупорная башня у нас, я думаю, здесь, да. Я думаю, стоит построить где-то поближе к его голове, чтобы он слышал, по крайней мере, что происходит. Нужны доски и древесина. Офигеть, это будет долго. Ну что ж, остается ждать. На самом деле быстро на нее натаскали. Я думал, что будет дольше.
Сюда еще и человек нужен. Комплект рабочих. Так. Лечь, идти, бежать. Человек спит. Я не хочу ему сейчас командовать. Поэтому подождем. Дать любую команду из рога. Не-не-не, пусть спит. Нормально такой спит. Я ему такой... А ну, вставай! Ну что ж. Тут будет постоянно один человек сидеть, который будет... Мне офигеть, как не хватает людей. Пока вроде везде все есть, но их очень сильно не хватает. Поехали, ускоримся. Пост лекаря мне нужен. Кстати. Так, у вас нечем работать, я понял. Вот эта вот анимированная картинка очень мне напоминает StarCraft. Если вы помните, кто играл. Так, показать команды. Лечь. Но они не работают. Не доверяют тебе, понятно. Он мне не доверяет. Ну супер. Так, пост лекаря у нас подошел. 98. Два ученых, скорость исследования максимальная. Хорошо. Есть. Я пока что-то выбрал на исследование, но ладно. Мне нужен пост лекаря, который будет в... Дом травника, деревенский лекарь. Я пошутил. Дайте мне дорогу обратно. Так, здесь деревенский, в смысле, да уйди. Все, постройте. Хижина разведчиков тоже новая, это новая, дом травника, вот, чтобы он не перекликался, отлично. И хижину разведчика можно... Ну, давайте вот сюда куда-нибудь втырим пока что. У нас хватает ресурсов, но доски у нас вроде как пошли. Деревья надо вырубать. Давайте вот эти вырубим. Это было быстро. Сюда надо назначить человека. Не будет дел, но это время можно приостановить. Выбрав здание, нажмите на кнопку замка или F. Приостановлен, отлично. Хижину разведчиков, отправить разведку. Ну, строим разведчиков. Не хватает ресов, как всегда, но, в принципе, что уж тут поделать. Пучку, почему на камне это не работает? Работает. Вот это все спилите нафиг. А вот это срубите, и все будет хорошо. Так, открыть дерево. Хижина, склад у нас. Различные материалы по 250 каждого. Скорая помощь. Передвижение рабочих в этом здании на 50%. Очистить. Очиститель. Борется с распространением токсичных растений. Ага. Давайте вот озеленение пока что выберем. Отдать омбу команду на ближайшем перекрестке.
Иди на север. Уже слишком поздно принимать решение. Спасибо. Ну, то есть, а он мне не доверяет. Я ему ничего не сделаю. Посмотрим, что у нас тут не хватает. Так, всего, в принципе, не хватает. Ну, камни вон тыгадыкают. Деревья бы еще пилили. Мне пока все нравится. Единственное, что немножечко настораживает. Не то, чтобы настораживает. А я не могу... Лесопилку. Есть лесопилка. Потому что я не могу никак людей новых строить. Я бы хотел, чтобы вот так вот бах-бах наклепал еще людей. Ну, видимо, от этого, кстати, и зависит мой рост, насколько быстро я смогу распорядиться тем, что у меня есть. Плиты делаются потихонечку. Камни относятся, плиты делаются. Доску бы кто-то принес бы, да? Было бы круто. А, вот, несут, прикинь, прямо у нас на глазах. Да, получается... Вот, плиту несут. По две штуки сразу. Хорошо, нормально, нормально. Так, у нас озеленение практически завершилось, 97%. Посмотреть, что мы будем следующее качать. Онбу кухня, готовить из грибов еду. Да, пожалуйста. Плантация кукурузы. На ферме кукуруза. Она стучок в жаре и не требует много воды. Она растет медленно. Давайте я кухню сначала сделаю. Потому что мне его кормить скоро надо будет. Хотя не знаю, что он сам там ест, не ест. Вот мы через какую-то фигню сейчас, кстати, пойдем. Воздух свежий, чист, никаких токсинов. Он устал, он прям в этой штуке спать будет. Ну, в принципе, меня это устраивает. Вон еще люди будут, да? Отравленные кочевники, мне их лечить придется. А вы уже строите? Ну, ребят, ну принесите плиту. Чтобы еще камни собирали. Ты делаешь? Делай, делай, твои дружище. Вперед. Супер. Открыть карту. Недоступных разведчиков. Офигенно. Мне надо их отправить. Вот, ты у нас будешь разведчиком. Надо обязательно два. Склад полон, вот у меня люди, которые воду носить не могут. Супер. Открыть карту. Вот сюда сходи.
Оно быстро идет. Принести из разведки знания. Кухни исследованы, супер. Ты встречаешь группу переселенцев, ищущих новый дом. Взять к себе. Выбрать, конечно. Плюс 2. То, что они голодные, меня не особо волнует. Требушет-кормушка. Да, пожалуйста. Мне нужно... Опс, не то. Уйди. Мне нужно еще 2 домика, наверное. Ну, 2 вот этих вот. Что там сейчас будут еще больные. Мне нужен доктор. И мне, наверное, нужно вернуть тебя сюда. Так. Ты встречаешь группу людей. Встречаю. Позволишь присоединиться, выбрать, потому что у меня уже есть доктор. Плюс 2 здоровых, плюс 2 больных, да, хорошо. А ты в больницу не хочешь пойти? Принести из разведки знания. Где эти знания-то возьму? Заброшенное поселение, святилище. Давайте в святилище сходим. Он бы мне все так же не доверяет. Он бы красавчик. Ну, нет, на самом деле, прикинь, вот у тебя на спине живет какая-то цивилизация и... В смысле, у меня ягод не хватает? Вы чё? А это как вообще? Я могу себе позволить, кстати, пошиковать. Я могу добавить себе людей на выработку. Офигеть. Так, ну грибы пусть одни будут, этот тоже пусть будет один. Доктора. Так. Токсичность воздуха на нуле. Качество. Так, густой туман. Наши разведчики приближаются к святилищу. Вот это единственный густой туман. Чем ближе они подходят, тем сильнее ощущается, что за ними наблюдают. Зараза, что же за дело? Ну, давайте за дело, поехали. Надеюсь, их не убьют. Знание плюс 5. Наложенный эффект, низкая эффективность. Несмотря на туман, разведчикам удается найти святилище и предмет внутри него. Едва они забирают реликвию, туман рассеивается, разведчики уходят, но вслед за ними святилище покидает нечто зловещее. Офигенно. Так. Погоди, уйди. Что это такое? Низкая эффективность. Жители снизилась на из-за недавнего случая на 2 дня 19 часов. Исследуйте улучшенная автоматическая автоматизация сбора для... Ого. Открываем дерево. Сельское хозяйство. Автоматизация сбора. Работает значительно, производится... Да, давайте вот это. Мне 2 человека освободятся. Чего не хватает? А, ну да, ягод не хватает. Давайте... Соберите ко мне вот эти вот резцы, пожалуйста. И еще, наверное, вот эти резы. И вообще, чтобы было хорошо, наверное, надо бы собрать еще и вот эти резы. Все, поехали. Открыть карту. Черт,
Черт, прям не очень хорошо. Карьер. Отправить разведчиков, поехали. Камень 12, супер. Они просто притаскивают... просто притаскивают резы. Неплохо. Что, сидим? Дерева нету, да? Понятно. Нам бы автоматизацию тогда, получается, поскорее. Так. Гигантское дерево. После долгой прогулки по чарующему лесу разведчики выходят на поляну. Посреди нее растет могучее дерево. За топоры. Тут полно высококачественной древесины. Похоже, это дерево особенное. Не будем его трогать, срубим другие. Давайте вот это. Не будем трогать, срубим другие. Едва разведчики начинают рубить деревья, как вдруг их накрывает иррациональный страх. Они будто чувствуют боль деревьев. Перепуганные разведчики уходят, не забрав ни единой щепки. Черт. Жаль, ну, в принципе, ничего не поделаешь. Автоматизация сбора для конденсированного колодца и... улучшить один из понял. Сейчас вот это вот доработает. Автоматика соберется, и надо будет их улучшить. Смотрим, как это все делается. Ну, ладно. Ну, скоро в какое-то говно придем, смотрите. Так что... с этим надо будет что-то делать. Я бы сюда еще одного врача направил бы, на самом деле. Он бы аптека. Погоди, открываем. Ваяние. Использует цветочное украшение. Так, погоди, очиститель. Борется с расстановлением токсичных растений. Использует биогаз или желчь. Он бы в качестве топлива. То есть он будет пердеть в эту штуку, да? Большой котел. Полка для специй. Лесопилка или карьер, понял. Сборщик навоза. Давайте. Это звучит слишком круто, чтобы это оставить. Так, уровень токсичности. Низко. Все, прошли. Нормально. А где я вам найду ядовитое растение? Появились ядовитые растения. Если с ними не справиться сразу, они будут распространяться. Распространяться, заражать другие. Так, разведчики вернулись. Взять к себе, да. Берем всех. Один голодный житель. Супер. Кухня. Требушет кормушка. Буду его приручать потихонечку. Насчет. А почему отсюда оно не открывается, а только показывает инфу? Очиститель. С распространением токсичных. Вот это мне надо. Использует газ. Вот. Окей.
Значит, это по заданию. Сейчас мы разберемся с тем, что надо. Берите со спины онбу все двигатели растений с помощью инструмента для сбора урожая. Так, а где я их увижу? Как они выглядят-то? Ага, понял. Срочно. Срочно. Блин, оно заразит, я не успел. Хорошо. Придется и другие вещи потом. Давайте выкорчите их, ребят. Так, здесь вроде сделали. Вот это надо убрать. Тут уже пошло заражение. Давайте быстрее. Исследований, мне нужна вот эта штука. Офигеть, сколько вас! Почему они так... Они просто создают новые, смотрите. Понимаете, им нельзя всем создать приоритет срочного. Тут у нас все выкорчевано. По-моему, вот то ли я что-то путаю, то ли это какая-то недоработка. Навоз. Мне кажется, это в этой части должно где-то находиться. Вы убрали уже, нет? Давайте скорее, ребят. Ну оно ж новые делает, уберите, пожалуйста. Так, здесь не хватает рабочих. На онбо кухне не хватает рабочих. Я понял, это потому что я уже просто начал жировать, грубо говоря. Отправляю людей по два, по три. Ну потому что ко мне много новых пришло. Я такой, о, да, давайте. Хорошо. Давайте сделаем такую штуку.
Где мне... Во! Я могу сохраниться. Новый файл. Сохранить, пожалуйста. Загрузить. Угу. Давайте тогда на этом останемся, потому что серия очень сильно затягивается, несмотря на то, что это обучалка. Скоро выйдет следующая. Пишите пока что, что вы думаете про эту игру. Мне очень интересно ваше мнение, потому что мне лично эта игра очень сильно понравилась. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.